Всем привет! Если ты играл или играла хоть раз в Roblox, то значит ты хотя бы раз играл в Арсенал. И чтобы помочь еще лучше играть, в этом видео я помогу тебе. И первым делом, когда вы зашли в игру, нажмите на Tab. И в статистике посмотрите, какое сейчас у вас соединение. Если горит красный или желтый, лучше просто перезайдите. Иначе урон по врагам будет не засчитываться, или он будет слишком кривым. Второе, если вы хотите сделать побольше убийств, но рядом нет врагов, идите подальше от ваших союзников, потому что именно там распаунятся враги. Конечно, стоит идти к врагам, если вы можете справиться один. Сейчас я расскажу о оружиях, с помощью которых можно летать в прямом смысле. Эти оружия дают большое превосходство, такие как Shotgun, М79 и Razon. Вы можете стрелять игроков сверху, пока вы летите. Или можете запрыгнуть на какую-нибудь крышу, чтобы перезарядиться или восстановить здоровье. Ну и чтобы было удобнее играть, можно настроить под себе игру. Для начала заходим в меню. Если вы играете, то нажмите на английскую букву M. Теперь нажимаем на шестеренки и настраиваем. Если у вас не сильно мощный компьютер или телефон, то убираем тени. Можно убрать эффекты при смерти, если они не нужны. Дальше вы можете поменять цвет меню по своему вкусу. А тут вы можете изменить поле зрения для удобства. На остальное вы сами разберетесь. Ну и дополнительно это коды, которые дают всякие плюшки. Также заходим в меню и нажимаем на значок Твиттера. Пишем тут рабочий код и нажимаем на Redeem. Все коды, которые активированы, я оставлю внизу в описании. И если ты играл в Арсенал, то думаю, ты оценишь и прокомментируешь этот ролик. Всем пока. Увидимся в следующем видео.